В этом репортаже я хочу познакомить вас с творческой студией «Позитив». Они очень разные, они творцы, они готовы идти на подвиги. Каждый сотрудник по-своему наполняет каждое событие счастьем и любовью. Но самое главное, они профессионалы своего дела. А значит, любую работу они выполнят для вас с большим удовольствием. Мы хотели создать что-то такое, чтобы прям соединить все наши труды, наше творчество воедино и создать сильную, добрую, позитивную команду. Поэтому мы пришли к выводу, что именно «Позитив» будет называться нашей студией. 1 марта в этом году нам будет ровно 2 года. Мы можем сделать весь спектр услуг, если к нам обратится, например, какая-нибудь мама для создания праздника своему ребенку. Там идет от декора помещения, заканчивая фото-видеосъемкой, проведением и всякими деталями. То есть это пригласительные, бомбонерки и все остальное. Ну, шары, соответственно, тоже. Если это будет свадьба, то тоже получается, что под ключ. Но мы себя не позиционируем как ивент. Индустрия. Ну, вот, конечно, мы относимся к ивенту, но именно в названии мы не захотели этого упоминать. Хотели, чтобы было что-то такое доброе, располагающее людей. Просто творческие люди, которые хотят на пользу работать нашему городу. У многих актюбинцев предостаточно важных событий, которые обязательно нужно запечатлеть на фото и видео. Видеограф Раис покорит вас своим мастерством и умением мастерски выполнить любые ваши потребности, чувствуя, чего хотят клиенты. Художник, который всегда видит красивые ракурсы, окунется вместе с вами в атмосферу праздника. Мы занимаемся в основном производством видеоконтента для мероприятий различных, концерты, свадебные, фильмы также снимаем, клипы, love story, все то, что людям интересно, когда они к нам приходят, чтобы они не заказали, все у нас есть. Я знаю, у каждого оператора есть какое-то свое любимое дело, да, кто-то все-таки любит свадьбы снимать, кто-то фильмы, вот все-таки ваше направление, вот вам что ближе? Ну, мне ближе в основном либо фильмы снимать, либо все-таки короткометражки в основном я беру, люблю снимать их. Чтобы творчество приносило радость, заказчикам нужно четко понимать и знать, чего ты делаешь. Если работа – это твой стиль жизни, то значит любая задача тебе под силам. Уровень работы дизайнера нельзя оценить, можно только наслаждаться каждой работой. Вдохновение ищет абсолютно разными способами. Иногда оно приходит к ней само, ведь это значит, что каждая ее работа уникальна. Полиграфии я уже очень давно. Каждый из нас своей стези уже давно очень работает. Но в 2016 мы решили объединиться. И вот сейчас вот каждый работает, развивает свой бизнес. И вместе мы друг другу помогаем, выручаем, как бы работаем над собой, развиваемся. Команда настоящих профессионалов готова на все, чтобы превратить любое мероприятие в настоящее событие. Обязательно обращусь к ним, когда мне нужны будут профессионалы. Артем Верминский, Алтынбек Даутов. Программа «Твое утро».